Выборы в Беларуси. За неделю до голосования обстановка в стране накалена. Спецслужбы задержали 30 боевиков, которые, по уверению силовиков, прибыли из России для дестабилизации обстановки. В Москве выказали удивление и потребовали объяснений от Минска. Вы смотрите «Мир за неделю». Меня зовут Сергей Гергель. Здравствуйте. Четвертую неделю, как на пороховой бочке в Хабаровске, не прекращаются митинги в поддержку арестованного губернатора края. Что пишут о народном негодовании и почему уголовное дело вызвало такой общественный резонанс? Рост ВВП замедлился, экономика трещит по швам. Коронакризис отбросил страны еврозоны и США на годы и даже десятилетия. Стагнация и массовая безработица – ближайшее будущее ведущих экономик мира. Собственная система глобального позиционирования Поднебесная запустила аналог ГЛОНАСС и GPS. Больше 30 задержали, еще 170 разыскивают. Прогнозы Александра Лукашенко о дестабилизации ситуации в стране в канун выборов обретают реальные черты. Вот только эксперты заявляют об абсурдности происходящего. Бизнесмен, экс-депутат, общественник и домохозяйка. Меньше недели остается до выборов в Беларуси. У действующего президента 4 соперника. Определить их шансы на победу пока невозможно. Официальный Минск в последние годы отказался от проведения независимых социологических исследований. Тем не менее, фавориты есть. Тысячи людей на этой неделе собрались на митинг в столице, чтобы поддержать супругу экс-кандидата, известного белорусского блогера Сергея Тихановского. Последние 12 месяцев он провел в поездках по стране, записывал видео для собственного YouTube-канала. Встречался с жителями разных городов, которые нередко высказывали недовольство происходящим. Но вступить в предвыборную гонку Сергей не успел. Его задержали по обвинению в нападении на сотрудника полиции. И тогда баллотироваться решила Светлана. Боже мой, люди, какая революция! Мы хотим честных выборов. Как, при чем здесь революция? Зачем вы провоцируете свой народ? Как большинство здесь, я думаю, мы все пришли, потому что мы хотим, чтобы наши голоса были честно учтены. Вот и все. Никаких переворотов и революций мы не хотим. Между тем, чем ближе к финишу, тем закрученнее сценарий. В среду под Минском задержали группу россиян, якобы входящих в структуру Вагнера. В КГБ заявили, что 32 бойца прибыли для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании. Еще 170 в розыске. Они обучены подрывной и снайперской деятельности и представляют опасность, особенно на массовых мероприятиях. Эти кадры распространило местное телевидение. Вот задержанных в одежде в стиле милитари выводят из санатория «Белорусочка». Они без оружия, никто не оказывается сопротивления. Но, как сообщили в полиции, журналистам вели они себя подозрительно. Не пили, не гуляли, по всей видимости, изучали территорию и обстановку. В тот же день посол России в Минске заявил, что задержанные действительно сотрудники охранной структуры, но в Беларуси они находились транзитом. Направлялись в третью страну, но опоздали на самолет. Это сотрудники частного охранного предприятия, которые в рамках коммерческого контракта в третьей стране должны были обеспечить безопасность объектов энергоинфраструктуры и энергоресурсов. Здесь нет никакого криминала, никаких противоправных действий. Впрочем, в Беларуси в это не верят. Билеты на самолет – это только алиби, заявил в Минске глава следственной группы Александр Агафонов. Он рассказал, что задержанных допросили с участием адвокатов. При этом их показания непоследовательны и противоречивы. 11 человек собирались лететь в Венесуэлу, 15 в Турцию, 2 на Кубу и 1 в Сирию. Еще один вообще не знал, куда летит. Это показалось странным белорусским силовикам, тем более, что билеты у задержанных были на один самолет. А вылететь в Стамбул они могли бы и другими рейсами. А тем временем в Кремле отреагировали на неоправданное задержание россиян. Там заявили, что это не вписывается в рамки союзнических отношений. Ситуация более чем странная, подробностей нет. Как и что прибывшие должны были дестабилизировать, непонятно. Судя по анкетам, это пехотный взвод без оружия. И вполне возможно, не Минск был их пунктом назначения. Российский военкор Семен Пега в своем телеграм-канале, ссылаясь на источники, рассказал, что транзит через Беларусь в период пандемии – обычное дело для группы Вагнера. И транзит этот давно согласован с белорусскими спецслужбами и вообще не секрет. Вот что думают об этом политологи. Ситуация вот с арестом, насколько можно судить, оказалась неубедительной. То есть она не убедила ни электорат, она не убедила Запад и вызвала достаточно сильное раздражение в России. Это означает, что все как было, так и остается. Угроза западных санкций вследствие там политических заключенных была очень высока.
И Россия оставалась единственным, в общем-то, внешним игроком, который с безусловностью должен был легитимировать выборы в Беларуси. Сейчас остается все то же самое, только диалог с Россией будет гораздо более жесткий, потому что Россия в этом плане будет требовать внятных объяснений и обоснований от Минска тех шагов, которые Минск предпринял. Четвертую неделю подряд не утихают протесты в Хабаровске из-за ареста экс-губернатора края Сергея Фургала. По субботам акции становятся особенно многочисленными, хотя постепенно сходят на нет. Шествие в этот раз под проливным дождем началось около полудня по местному времени и завершилось митингом у здания краевой администрации спустя 4 часа. Немного позже протестная акция возобновилась. Демонстранты требуют освободить Сергея Фургала, этапированного в Москву, и вернуть в Хабаровский край для дальнейшего разбирательства. В Кремле на уступки толпе идти явно не хотят, но и разгонять митингующих, по всей видимости, тоже не намерены. Правоохранители каждый раз сопровождают колонну протестующих, но в само шествие никак не вмешиваются. Человеку предъявлены какие-то чудовищные обвинения, в которые мы не верим. Не верим. Вот в чем проблема. Все началось 9 июля, когда Сергея Фургала задержали в Хабаровске по обвинению в организации убийства бизнесменов в начале 2000-х годов и доставили в Москву. По версии следствия, теперь уже экс-глава краевой администрации в 2004-2005 годах организовал убийство предпринимателей Евгения Азарии и Олега Булатова, а также покушение на бизнесмена Александра Смольского. Все они занимались торговлей металлами, так же, как и арестованный Сергей Фургал. Именно этот факт, по версии следователей, и послужил причиной устранения конкурентов. Спустя 11 дней после задержания губернатора президент России Владимир Путин отстранил Фургала от занимаемой должности в связи с утратой доверия и назначил нового исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. Михаил Ильич, есть для вас работа, очень ответственная работа. Очень важное и, конечно, очень нужное стране, имея в виду регион, который я хочу предложить вам возглавить. Хабаровский край. Это, безусловно, потребует от вас полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков, способностей и талантов. На данный момент следствие выясняет причастность Сергея Фургала к еще ряду аналогичных преступлений. Идет доследственная проверка в отношении подозреваемого и еще четырех фигурантов дела. Несмотря на заявление следователей о якобы неопровержимых доказательствах причастности экс-губернатора Хабаровского края к организации двух убийств и одного покушения на убийство, сам Сергей Фургал все обвинения отрицает. А вот о том, что пишут о деле Сергея Фургала мировые издания, расскажет Гульнара Жандагулова. Большинство резонансных статей в СМИ вышло на прошлой неделе, но до сих пор интерес к этой теме не утихает. Если российский президент Владимир Путин надеялся на политический медовый месяц после того, как успешно переписал конституцию страны и продлил себе полномочия, то он ошибся. Так начинает свою статью Генри Фой из Irish Times. Он также подчеркнул, что пропасть между Кремлем и многими простыми гражданами растет. Кремль забыл, как политически реагировать на подобные вопросы. Они, власти, теряют способность реагировать на недовольство общества. При Путине правительство стремилось удержать сильную власть над региональными администрациями, продолжает Irish Times. 59 из 85 губернаторов России – выходцы из «Единой России». И лишь немногие из них – независимые политики, избранные при подлинной поддержке на местах. Главные качества губернаторов в том, что они должны быть лояльными Кремлю и не слишком популярными, но в то же время быть достаточно эффективными, говорит политолог Андрей Колесников. 45% россиян между тем поддерживают протесты, а 17% против них. Так показывают опросы Левада-центра, пишет Newsweek. Сам факт, что они не могли найти ничего более свежего, чтобы обвинить Сергея Фургала, является четким сигналом того, что это акт политических репрессий, заявил изданию политолог Николай Петров. Таким образом, они дают понять местным элитам, что если они могут арестовать действующего губернатора за преступление, совершенное 15 лет назад, они могут арестовать любого.
Фургалова. Жители Хабаровска считают, что медиа-арест бывшего губернатора Сергея Фургала среди белого дня является актом деспотизма со стороны московских чиновников, публичным оскорблением избирателей, а также шагом, унижающим тех, кто живет вдали от российской столицы. По словам независимого политолога Ильи Грошенкова, Кремль не предвидел последствий ареста Фургала. В интервью Deutsche Welle Грошенков подчеркивает уникальный менталитет жителей Дальнего Востока России. Более 9000 километров разделяют два города. Почти никто из Дальнего Востока не был в Москве. Для многих столица географически и психологически находится дальше, чем соседи, такие как Китай, Южная Корея или Япония, превосходящие их по уровню жизни хабаровчан. И этот факт еще больше усиливает негодование митингующих. Волнения в Хабаровске, где проходят акции протеста против отстранения от власти губернатора Сергея Фургала, немецкая газета «Штерн» называет чрезвычайной ситуацией. Статья вышла под названием «Массовые протесты продолжаются, Дальний Восток не успокаивается, а у Путина заметные круги под глазами». Речь идет об участии Владимира Путина в Санкт-Петербурге в параде по случаю Дня военно-морского флота России. Под глазами у президента России были заметны темные круги. Российский лидер выглядел уставшим, хотя всегда старается казаться молодым и полным сил. Я так понимаю, единого мнения о происходящем в Хабаровске нет, и точно никто не может сказать, что движет людьми. Однозначно нет, но, скорее всего, не стоит искать политической подоплеки во всем происходящем. Более того, на место выбывшего губернатора края назначен, хотя и Кремлем, его коллега по партии, а не единорос. В любом случае, уже скоро станет известно, насколько неопровержимы доказательства следователей в организации убийств Сергеем Фургалом. Вот тогда все станет и на свои места. Что ж, спасибо Гульнара за обзор. Михаил Ефремов не считает себя виновным в смертельном ДТП, и адвокат намерен доказать это суду. Китайская навигационная система составит конкуренцию ГЛОНАСС и GPS, а также новый зарегистрированный кандидат в президенты США. Об этом не только в нашем традиционном обзоре коротко. Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади Москвы. Об этом рассказал адвокат родных погибшего в результате аварии Сергея Захарова. Сначала он признал вину, а затем отказался, сообщил Александр Добровинский. Подтверждение его словам есть в материалах дела. Между тем, адвокат актера Эльман Пашаев считает, что Ефремов не обязан признавать вину. Это должен доказывать гособвинитель. Он подчеркнул, что артист сожалеет о том, что произошло, но это не значит, что он виноват. Более того, в суде Пашаев намерен поднять вопрос о том, был ли актер в момент аварии за рулем. Адвокат заявил, что располагает неопровержимыми доказательствами невиновности своего подзащитного. Напомним, суд на этой неделе продлил домашний арест Михаилу Ефремову до 22 января следующего года. Новое слушание назначено на 5 августа. В Пекине на этой неделе запустили глобальную навигационную систему Бейду-3. В торжественной церемонии, посвященной этому событию, принял участие председатель КНР Си Цзиньпин. Китайские издания сообщают, что неделю назад с космодрома Сичан стартовал последний 55-й спутник навигационной системы. 29 июля он завершил испытания, вышел на стационарную орбиту и присоединился к сети. Бейду-3 – это система третьего поколения, которая позиционируется как конкурент российской ГЛОНАСС и американской GPS. Ожидается, что уже до конца года она начнет работать по всему миру. Тегеран согласен на выплату компенсации за сбитый в начале января украинский самолет. Об этом заявил официальный представитель МИДа Ирана Аббас Мусави, добавив, что реализация этого вопроса займет некоторое время, поскольку есть определенные нюансы. Он пояснил, что переговоры продолжаются, и отдельно отметил, что Тегеран взял на себя ответственность за сбитый лайнер. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал обратиться в международные судебные инстанции, если Тегеран не выполнит взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета. В июле организация гражданской авиации Исламской Республики опубликовала доклад о ходе расследования инцидента. В нем уточняется, что причиной атаки на пассажирский Боинг стала неправильная настройка комплекса ПВО.
Миссури, Оклахома и вот теперь Нью-Джерси. Американский рэпер Канье Уэст все-таки будет баллотироваться. Еще один штат зарегистрировал его в качестве независимого кандидата на пост президента. Об этом свидетельствуют данные местной избирательной комиссии. В качестве места проживания рэпер указал свой адрес в штате Вайоминг, но одна графа осталась незаполненной. Он не успел сформулировать лозунг своей избирательной кампании. Музыканту удалось собрать 1327 подписей в свою поддержку при минимуме 800. Правда, нашлись и те, кто усомнился в подлинности этих цифр. Адвокат Скотт Селман попытался оспорить заявку рэпера, назвав треть подписей подделкой. Кстати, о выборах в США. На этой неделе Дональд Трамп предложил перенести электоральную кампанию на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. По словам 45-го президента, голосование по почте станет самым недостоверным и мошенническим за всю историю Соединенных Штатов. Свои чаяния глава Белого дома высказал в свойственной ему манере через Твиттер. Демократы говорят о зарубежном влиянии на выборы, но они знают, что почтовое голосование даст легкий доступ к предвыборной гонке любому зарубежному правительству. Цитаты Трампа разлетелись по информагентствам, однако позже хозяин овального кабинета открестился от предложения о переносе выборов на более поздний срок, отметив, что его, как всегда, неправильно поняли журналисты. Тем не менее, отложить электоральную кампанию вряд ли получится. Такое решение может одобрить только Конгресс, где большинство принадлежит демократам. Возможно, попытки 45-го президента перенести выборы имеют и другой подтекст, а непростые чаяния главы государства о возможных фальсификациях. Дональду Трампу будет сложно завоевать голоса избирателей из-за экономической ситуации в стране. А она такова. На сегодняшний день ВВП страны сократился на треть, и улучшений ждать не приходится. Рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по США до негативного. По мнению аналитиков агентства, долги штатов, которые по подсчетам уже к концу года превысят 130% ВВП, начали разрушать кредитные преимущества страны. Это, кстати, самый большой долг из стран с рейтингом AAA. Так сильно американская экономика не падала с середины прошлого века. ВВП страны во втором квартале снизился почти на 33%. Иными словами, валовой внутренний продукт откатился на уровень пятилетней давности. Основной экономический удар пришелся на начало весны, когда крупные производства, рестораны, бары и магазины закрыли на карантин. А Федеральный резерв достал печатный станок, чтобы выплачивать миллионам людей, оставшимся без работы, социальные выплаты. Люди, которые работают в магазинах или ресторанах, сотрудники общественного транспорта и так далее, переживают ужасное время. Многие лишились заработка. А в Штатах в сфере услуг насчитывалось примерно 18 миллионов рабочих мест. То есть, вы понимаете масштабы этого удара. Как выяснилось, многие американцы, сидя дома и получая помощь от государства, имеют гораздо больше, чем на работе. $600 в неделю из федеральной казны плюс несколько сотен от штата. В месяц выходит вполне неплохо. И понятно, при таком раскладе граждане не спешат возвращаться к своим обязанностям, придумывая всевозможные отговорки. Это и вдобавок угроза новой вспышки коронавируса дает основание полагать, быстро оправиться экономика не сможет. Восстановление экономики займет время. Возможно, годовые темпы роста ВВП могут вернуться к нулю ко второму кварталу следующего года. Это не означает, что экономика вернется к прежнему уровню, который был до локдауна. Но можно сказать, что все самое страшное останется позади. Вслед за историческим падением ВВП США посыпались основные фондовые индексы Уолл-стрит. Нервозности инвесторам добавил Дональд Трамп, на неделе выдвинувший идею, а впоследствии благополучно открестившийся от нее, отложить президентские выборы, намеченные на ноябрь. Такая неопределенность заставляет участников рынка лечь на дно. Ковид собирается задушить эту экономику. Мы все затаили дыхание, ожидая действий от ФРС. Мы будем осторожнее, будем более прагматичнее, постепенно наращивая инвестиции. Я думаю, сейчас инвесторы предпочитают оставаться в стороне и ждать. Четких прогнозов, когда ситуация стабилизируется, глава ФРС не дал. Пауэлл лишь заявил, что будет использовать весь спектр инструментов для поддержки американской экономики. Но в конечном итоге все зависит от эпид-обстановки. Последние месяцы экономическая активность возросла, когда вокруг все начало вновь открываться. Однако появились новые проблемы. Число случаев заражения вирусом резко возросло во многих штатах страны. Дальнейшее развитие экономики крайне неопределенно и будет во многом зависеть от нашего успеха в борьбе с COVID-19.
Комментарии главы ФРС подтвердили то, что говорили многие аналитики, мол, надеяться на быстрое восстановление экономики, учитывая вспышки вируса в ряде южных и западных штатах, не стоит. К тому же заявки на пособие по безработице начали заметно расти с прошлой недели. Сейчас Белый дом пытается согласовать с Сенатом новый пакет соцпомощи на $1 триллион. Палки в колеса вставляют демократы, выступающие против сокращения размера пособия с $600 в неделю до 200. Демократы считают, что все карты у них в руках. Мы сделали не менее 4 различных предложений о том, как мы можем поддержать граждан, но все они были фактически отклонены. Эксперты считают, если республиканцы и демократы не договорятся, то экономику страны ждет повторный спад. По сути, экономика США сейчас напоминает мыльный пузырь. Все чаще в деловых кругах говорят о возможной девальвации доллара. Рано или поздно Штаты перестанут безвозмездно выдавать населению деньги. Финансовый конгломерат Goldman Sachs предупредил, излишняя активность ФРС может стать причиной взрывной инфляции американской валюты. А дальше мир на себе ощутит вытекающие отсюда последствия. Да, безусловно, коронакризис ударил по всем экономикам мира без исключения. Так, валовой внутренний продукт еврозоны во втором квартале сократился больше, чем на 14%. Это рекордное падение за четверть века, констатируют аналитики. Сильнее всего из стран ЕС пострадали Италия и Испания. Снижение ВВП на 12 и 18% соответственно. Последние, по мнению экспертов, понадобится не один год для восстановления экономики. Экономика Испании является одной из самых пострадавших от эпидемии. Это связано со структурой производства и рынком труда. При этом мы уже находимся в сложной ситуации. Долг Испании намного больше, чем у других европейских стран. Поэтому мы не можем принять такой же комплекс мер по стимулированию экономики, как это делают другие. Вместо нескольких миллионов паломников – несколько тысяч. В Саудовской Аравии завершается хадж в условиях пандемии. Малочисленность – не единственная его особенность. Из-за коронавируса власти королевства впервые со времени создания арабского государства запретили въезд иностранцев. Ограничения распространяются и на местных жителей. К паломничеству в этот раз не допустили людей старше 65 лет и тех, у кого диагностировали хронические заболевания. До того, как отправиться в хадж, паломники должны были сдать тесты на COVID-19, а после возвращения домой им предстоит пройти 2-недельный карантин. Также в этот раз запрещено прикасаться к Каабе, главной святыне Мекки, находящейся во дворе заповедной мечети. Отмечу, по данным университета Джонса Хопкинса, в Саудовской Аравии выявлено около 280 тысяч случаев инфицирования. При этом чуть меньше 3000 так и не справились с заболеванием. По количеству зарегистрированных случаев королевство на 14 месте антирейтинга. Лидерами же печальной статистики по-прежнему остаются Соединенные Штаты. Больше 4,5 миллиона. При этом 155 тысяч человек скончались от COVID-19. Следом идет Бразилия, свыше 2 700 тысяч инфицированных и почти 94 тысячи летальных случаев. Затем Индия, около 1 700 000 заболевших по всей стране и больше 37,5 тысяч погибших от коронавируса. Почти 850 тысяч случаев зарегистрировали в России при 14 тысячах умерших. И замыкает пятерку антирейтинга ЮАР. Там зафиксировано чуть больше 500 000 инфицированных. Умерли от COVID-19 свыше 8 тысяч человек. Всего же в мире зафиксировали почти 18 миллионов инфицированных. Так и не смогли справиться с вирусом около 685 тысяч человек. Выздоровели 10,5 миллионов. На этом ставлю точку. Увидимся через неделю.